Сегодня на пляже Бердска проводится мастер-класс по работе с песком. Наряду с конкурсными работами, где мастера приехали делать большие скульптуры, участвовать в конкурсе, вот каждый желающий может попробовать сделать что-то свое из песка. Также это будет проводиться 2 сентября, начиная с 12 часов. Все желающие также могут попробовать себя в роли скульптора. Потому что песок для всех, в принципе, близкий материал, потому что каждый с детства что-то делал. И вот мы даем возможность детям попробовать себя в роли скульптора.